уже снимаешь, да? Всем привет, это Олег, город-герой Севастополь. Пятница, вечер. Хочу такое видео, патриотичное, наверное, снять с Настей. Вот смотрите. Все знают, где мы в Орловке находимся. Ну, многие из вас подписчики знают и к нам приезжают на винзавод за персиком. Ребят, вас так много, оказывается. Прям очень приятно, что вы к нам приезжаете. Здорово, круто, классно. Еще хочу отметить. Там человек был вообще был с Камчатки, камчедал. Вообще круто. Он нам угостил нас кижучем камчатским. И что мы сейчас с вами будем делать? Смотрите. Джанкойское масло, это крымское, крымско-татарский хлебушек под названием кефе. Берем свежий хлебушек. Ой, знаете, ребята, он ароматный. На материке и в Симферополе, по-моему, пшеничный называют. Но мы вот где берем, это кефе он называется. Как переводится? Ну, кто знает, ребят, крымско-татарский, переведите, пожалуйста. Берем джанкойское масло, все знают, молочка офигенная просто в Крыму, а джанкойский молокозавод, ребят, не реклама, действительно так и есть, джанкойский молокозавод вообще просто рулит, приезжаете, видите кефир, молоко, масло джанкойское, берите, не пожалеете. Да, оно может подороже, чем на материке, но у нас молочка просто отдельная песня. Ай, берем камчатский кижуч, еще не пробовали, видите, с Настей. Настя, он уже облизывается, она у меня рыбу обожает. Кто рыбу обожает? Имеется в виду красную рыбу соленую. Аккуратненько разложим. Пятница, вечер. Так. Ты аккуратно, это вместе. Да. Ну, по-мужски аккуратно. Мужики, вы меня поймете. Нога можно рукой. Дальше идем. Народ. Пиво у нас калининградское. Ну, по крайней мере, название было калининградское. Я не посмотрел, действительно, откуда. Ну, чтобы в Крыму было пиво название калининградское. Наверное, все-таки кеги с Калининграда. Наливаем, кстати, наливаем в кружку Серпухов. Вы представляете, география какова? Камчатка, разница с Калининградом, я не знаю, 8-9. Я не знаю, кто знает. Ребят, скажите разницу сколько. Представляете, Камчатка уже трудится. А Калининград уже ложится спать. Калининград это западный форпост России. Камчатка практически, не знаю, наверное, подскажите, это восточный форпост России. А мы в Севастополе. Это южный форпост России. И что получается? Какая, ребята, у нас огромная, классная страна. Она самая огромная. И вот у нас калининградское пиво, масло крымское. Хлебушек крымский и рыбка, кижуч, камчатский, господи, это так безумно вкусно, а вот как я это буду делать, фиг я вам покажу. Выключай камеру, стоп, мотор. Ешь давай. Сейчас отберу. Блин, вкусно. Очень нежненько. Камчатка, огромное спасибо вам. Да? Бомба. Все. Я тоже пошла. Огонь!